Сорока 7-летний актер опубликовал фото с 23-летней Полиной. Максим Виторган заявил, что дочь стала совсем взрослой. Звездный актер фильма «День выборов», многодетный папа. В браке с актрисой Викторией Вёрберг у него есть дочь Полина и 19-летний сын Даниил. Ксения Собчак родила бывшему мужу сына Платона. Мальчику сейчас 3 года. Максим сохраняет теплые и близкие отношения со всеми наследниками. Он вышел в свет с Полиной. Виторган опубликовал их совместный снимок. Девушка поверх платья накинула модное серое пальто и сумку через плечо. Она предстала практически без макияжа и с распущенными волосами. Виторган выбрал повседневный стиль, дополнив лук модной кофтой спортивного кроя с капюшоном. Он по-отечески нежно обнял за плечи красавицу Полю. Девушка продолжила актерскую династию. «Взрослая дочь молодящегося, безуспешно, человека», — с иронией отметил артист. Поклонники Максима принялись его успокаивать. Они засыпали комплиментами возлюбленного 28-летней Нино Ненидзе, а также его наследницу. «Взрослая прекрасная дочь прекрасного молодого папы, Полина подросла, прелестная барышня, Полина красотка. Очень похожа на вас, успешного, умного и сердечного. Не наговаривайте на себя, у вас все получается, это круто, когда у тебя такой молодящийся, очень даже успешно, папа. Так держать, оба хороши, папа тоже хоть куда, и артист хороший, вы очень красивый мужчина, талантливый артист. Лучшее впереди, Максим, не судите себя строго. Вы выглядите, на мой взгляд, очень даже презентабельно. Любите себя таким, каким являетесь», отметили фолловеры в комментариях. Максим также поделился кадрами из Google-центра, который отметил 7-летие своего существования. На одном из снимков он предстал в компании прекрасной актрисы и певицы Янга. Талантливая китаянка прочно обосновалась в Москве. Участница 6-го сезона российского шоу «Голос» играет в нескольких спектаклях творческой площадки Кирилла Серебренникова. Она также снялась в крупных блокбастерах и попробовала себя в качестве режиссера, сняв дебютную ленту «Ню». Ранее Максим опубликовал интригующее фото Нино Ненидзе, предложив фанатам загадку. Он трогательно признался ей в любви. Актеры находятся в вынужденной разлуке из-за работы Нино в Грузии.